Всем привет, друзья, с вами Влад, это канал Влад Шима, мы продолжаем с вами играть в Outlast 2, ребятки, мы выпрыгнули с того, вот с этой вот башни, наконец-то, потому что за нами гналось очень много людей, просто миллион человек, там, я не знаю, ну, человек 6 их сколько было. Там какой-то дедан качается, и все эти люди хотели от нас нашего, скажем так, отчаяния и смерти. Так, мне сюда? Да, точно. Все хотели, чтобы мы обосрались, как я не знаю кто. Но мы-то с вами умнее, и мы не поддались на эту провокацию, ребята. Так, отлично. Спрятаться от кого? Тут не от кого прятаться, чувак. Ты тут немного мне дезинформируешь сейчас. Так, открывай, дверь открывается. Good. И чё? Подожди. А сюда я могу выйти вообще? Нет, не могу. Окей. Так. Ну давайте тогда исследовать. Батареечки искать. Если что. Шпингалетик задергиваем. Так. Давайте искать батарейки, искать бинты, потому что... Сколько у меня их? Road to the mine is somewhere around here. Дорога к шахте, что-то он там сказал, я не посмотрел. Подожди, пытка. Они всегда ранят женщин. Да, подожди, мы это видели. Кто там поет? В смысле открыть? Она не открыта разве? Так она и так открыта. А, все. Она закрыта. Ну да, она открыта была. Че вы мне тут... Кто поет? Дети не спят в аду. Ага. Здрасте. Дорога вниз, туда, в долину. Блин. Дети, что ли? Да. Это сильный, ребята, прием вот в этой игре. Твою мать! Поезда гребаные. Слышали, да, как они сейчас бибнули там? Не, ну... Положить детей, прям, ну это сильно. Бедная овечка плачет по своей маме. Плачет по своей маме. Мать, ты не тронешь меня? Ёперный театр. Мать, а как от тебя... Все понял. Пошла нафиг. Так, есть шпингалет? А что, ты безобидная, что ли? Лады. Так, записка. Идет... А что происходит? А что происходит? Окей. Так, фоткаем. Что это? Давай, показывай. В связи с этим соберись силами, чтобы услышать, подготовь свой разум, будь открытым и воздержанным в ожидании откровения, покорным, как ребенок перед родителями, как родители перед пророками, как пророки перед Богом и его ангелами. Ибо, насколько ты знаешь, ты не был сделан нетленным золотом, какой есть ложь, традиции, полученные от твоих родителей». Не получивший непорочную кровь, род Адама испорчен по ту сторону спасения родом Каина, обрезанного, но тайного упрямца с неверием в сердце и выросшего в неду. Так, ребят, ладно. Вот это читать мне вообще не смешно, если честно. Это какой-то бред. То есть из этих записок можно, конечно, понять, если ты, ну, читал Библию, все дела, это можно понять. Я не понимаю многого в этом всем, откуда я пришел с этой двери. А в какую мне дверь надо? В эту. Правильно? Наверное, да. Ну окей. Начинается трешачок небольшой. Ладно. Погнали тогда. Так, а я вообще правильно иду? Так, этот хер на коляске там сидит. Я вот не знаю, но я надеюсь, что я иду правильно. По крайней мере, никакого
скажем так, палева никакого за мной сейчас не идет. Это прекрасно. Но я слышу людей. Я слышу людей, ребята. Ну и чё? И чё? Душа Христа, подготовь меня. А где, где ты? Я тебя не вижу, чувак. Куда кого готовить, я не врубаюсь. В братстве храма врат. Так я никого не вижу. Тут тоже от кого-то ныкаться надо, да? Правильно? Слушайте, ну, видимо, меня ищут. Ищут в этих кустах, но найти не могут. Чего? 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 О! Опасно. Опасно. Это было опасно. И в чем прикол? Так, а в чем прикол? Все ж хорошо. Ладно, так. Ну, очень быстро, если что, я их прошел. Никакого палева абсолютно. Прикинь, все отлично, ребята. Так. Закрывай дверь. Шпингалет есть? Ой, как хорошо. Люблю, когда есть шпингалет, ребята. Люблю. Так, тихо, вот эти звуки мне не надо делать. Так. Здрасте. Подобрать. Это что такое? И чё? Так а нахер она мне нужна? Не знаю. Какая-то мельница. Подождите, а что делать с этой... А, так а что мне делать? Не знаю, ребята. Я не врубаюсь. А куда мне идти-то? А, сюда что ли? Так, ну тут дорога конкретно, ребята, ломится жестко, блин. Так, и что делать? А, все, вот куда эту хуйню вставлять. Установить, ага, давай. И что это? Повернуть. И что, туда кто-то пришел, что ли? И что? Так, а в чем прикол? О! А ты что тут делаешь? Ты кто вообще, мужчина? Так, отойдите. А что делать-то? Ух ты ж, нихера ж себе! Проход открылся под мельницей. Ты понял? Вот это номер. Так. Гуд, 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 гуд. А куда идти-то, гуд? Гуд морнинги, куда идти? Сюда, что ли? Да, да, прикинь, да. Чё, серьезно что ли? Класс. Классно, ребята, классно. Только я так и не понял, ребята, что делать, если что. Батарейку нашел зато.
Ладно. Кто-то знает, что делать, пацаны? Я ничего не понимаю и не вижу. За мной идет кто-то? Такие звуки, как будто за мной кто-то идет. Ух ты, бля. Ладно. Окей. Мне походу сюда. Что-то тут много, ребята, крови. Слишком прям. Спрятаться, говорит. Подожди, чё? Там чё, блядь, бабка, что ли? По-моему, я голос этой твари слышал, старый. Да не, не может быть, блядь. Мы же ей поебалу дали, как так? Да конечно, с чего ей тут быть? Такого, блядь, быть не может. Мы от нее избавились навсегда. Фу, блядь. Конина какая-то лежит. Дохлая. Здорово. Я смогу пролезть, если что-то сделаю. Так, а что сделать надо? Не понял. Так, а что делать-то? Фух. Что-то я не врубаюсь. Куда идти-то? Найдите крюк. Какой крюк? Вы о чем? А где крюк искать? Шутнички. Так а где крюк искать, люди? Я ни хера не понял сейчас. Ладно. Но по-моему я голос этой твари слышал. Вот бля буду. Бля, по-моему, я ее слышал. Я не знаю, это пиздец. Бля, мне, наверное, мне просто кажется, ребят. Фух. Ребят, я не врубаюсь, честно. Честно, не врубаюсь вообще сейчас, что происходит. Ладно, наверное, крюк тут, блядь, хули делать еще. Ой, бля! Мама! Пиздец! Пиздец, нет! Блядь, это она! Это в натуре она! Ой-ой-ой-ой-ой! Господи, ты никогда что-то... Почему ко мне? Нет! Нет! Блять, почему именно ко мне? А давайте ебанемся со всех ног. Ебать, она меня упалила! Ебать, 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 ебать! Эй, бабка, ты где? Пошла нахуй! Конина, блядь. Куда идти? Так, все, я понял. И чё? И чё? И чё?
И чё мне это даёт? Фу, 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 фу. И чё мне это дало, что я сюда, блядь, пришёл? Твою мать. Тут коровы какие-то лежат и всё. Спрятаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля. Блядь. Вы сейчас шутите, что ли? Вы серьезно, блядь? Твою мать. Бля. Фу-фу-фу. Пиздец, беги отсюда быстрее. Фу, гадость, а. О, жуть-то какая, ребята, жуть. Ёб твою. А вон он и крюк, смотрите, вон подсвечивается. А как его достать? Подожди. Погодь, погодь, тут проход, по-моему. А, все, так. Батареек нету? Батареек вообще нету. Тянуть. А, тянуть? Подожди. Давай его сюда. Ага. Нихуя себе. Вы сейчас шутите, что ли? Бля, там записка, что ли? В мясе в этом? Да не, я туда не пойду. Заперто. Ой, бля, фу. Ребята, сегодня что-то слишком напряжно мне. Слишком напряжно для такой игры мне сегодня это все, ребят. Ладно, давай, перезагружай. Батареек не остается ни хера, да? Две батарейки осталось. Две всего, ребята. Бля. Спрятаться там? Он только что указал спрятаться? Он что, шутит, что ли? А, так она меня закрыла, блядь. Слушай, бабулька, а ты в курсе, что тут проход как бы? Или она тупит? Бабёха, там проход был, если чё. А куда она делась? Ты, блядь, спиннинг фалос, ты где? Оба, проход. Я вспомнил. Блять, я вспомнил эту ебаную дорогу. Давай, крюк вешай. Быстрей! Ай-яй-яй, быстрей! Отлично! О нет, о нет! Пошла! Ой! Ха-ха! Ты понял! Опять по лицу ей заехал, короче. Моя нога с ее ебалом просто подружилась. Я не знаю, это друзья навеки теперь. Фак! Фак! О! Ребята! Они реально подружились, реально. Моя нога и ее ебло. Это та шахта. Шахта еретиков. Шахта еретиков этих. Так, не сюда.
Я бабку эту обдурил. Ого-го-го, снова. Во второй раз она получает от меня ногой по ебалу. Отлично. Это не может не радовать просто. Она реально тварь какая-то. Жесткая прям. Так, что там? Мне прям нравится этот момент. Мой возлюбленный самый близкий, самый сокровенный друг с самого детства. Я знал, твоя вера... Дорогая Марта? А, так это получается, смотри, это бабка, ее зовут Марта. Да, я... Говорили там сначала или Мария, или на М, вот, Марта. Все, значит, это про нее здесь говорится. Это что, ее дом, что ли? Да нет, ты что, ебанись. Какой ее дом? Не может такого быть. Это ее некрополь маленький, да? Да не, не хочу. Вот сейчас не смешно. Вообще. Ты в курсе? Так а что делать, Марта? Алло. Тут некуда больше и так-то идти, если что. Так некуда, лё... Я хуй знает, ребят. Тут реально некуда идти просто. Да ну не, ну не. Тут ни проходов тайных, ни хера нет. Куда идти-то, блядь? Блядь, я не знаю этого. Не понимаю просто. А! Сука. Школа, да? Школа. Вейкап, вейкап. Мне что-то вообще не вейкапит нихуя. И что это вот такое вот? Ну ничего такой вейкап у вас. Ребят, я не хочу в школе. Вообще не хочу тут ходить. А что за пиздец? Подожди, давай тут посмотрим. Так, а что все доступно-то? Давай пока закроем тогда эту дверь. Давайте сюда пойдем, ёптвою. И чё? Ладно. Не хочешь, пойдем сюда. А чё за хрень? В чём прикол школы сегодня? И чё это? Почему здесь все светится? Что это за, блядь, подсветки ебучие? Я только что зашел в этот кабинет, и у меня экран дернуло. От чего? От чего же, от чего же, от чего же? Так, мурашки у меня, блядь, бегут по коже. Почему его коробит, как он в аудиторию заходит? Я не пойму. Чё за хуйня? Верик? Какой Верик? Ты о чем? Игра висельника. В нее раньше играли Элин и Джесс. И чё? И где я должен... Повешенную Лин? Джессика где-то оставила повешенную Лин. Ебать, вы чё, друг друга, блядь, повесили, что ли? Алло, Джесс! Ты Лин тут повесила или не... Так, ну... До свидания. Так, вот тут заставлен проход. Слушайте... Так, я взял какую-то бумагу. Это сюда? Нет, не сюда. Да не, подожди. Мне дали какую-то бумагу, типа, и там было что-то внизу написано, типа, найди что-то там. Как, блядь, блокируется? Тут ни хера нет. Чем оно блокируется? Тут зайти же легко, блядь. Ну ладно. Не хочет, говорю, заходить. Иди нахуй, вот с такими приколами, пожалуйста. Вообще не смешно, если честно, бред, чувак. Вот это не смешно, категорически не смешно просто, блядь. Вот зачем делать такие комнаты, где нихуя нет приметного? То есть нету ни батареек, нету. Ну, блядь, ну батарейки-то мог оставить батарейки. Батареек нету, говорит.
Ебать! А мог оставить! И чё? И чё это было? Я сейчас кругаля наебашил, что ли? Смотри, вот эта дверь закрыта, блядь. Тут у меня шкафы ебанули, значит, нам сюда. Но нет, я отсюда ж пришел, только что. Давайте будем оставлять все двери, блядь, открытые, чтобы нам точно знать, куда идти. И чё? И тут я был, потому что дверь насквозь открыта. Ёб твою мать. Это какой-то лабиринт? Или сейчас мне это кажется, блядь? Закрой дверь. Отлично. И чё это? Так, а в чем прикол? Овле. Обля. Ну, я бы сказал обля. И чё? И что делать? Слушайте, ребят, мне бы, бля, батарейку, но батареек-то вообще нет, если что. Удерживайте, чтобы взаимодействовать? С чем? Чё это? А-а-а, бля, так это проектор, значит, его надо... И чё? О, бля. Там какая-то тень летает, видал? Ха-ха, ебать. Тут за мной какой-то дух охотится. Получается, смотрите, нужно вот это вот изображение повешенного, получается, подвинуть или что, или как? Так это легко? А что такого? Вот, пожалуйста. И что? И что? Чувак, ты, блядь, подскажешь, можешь? Я сейчас не пойму. Или подожди. Да заебал ты вот. Зачем коробить эту камеру? Подожди, или надо... Да нет. Ты чё, блядь? А как надо? Надо, чтобы он же головой прям лег, правильно, в эту хуйню? А как тогда сделать? Еще чуть подвинуть сюда. А, ты об стол задеваешь. Так, вот, да? Так, нормально тебе? А вперед поедешь, да, потом? Нет, не хочет. Еще подвинуть? Во, да? Во! Ровно стоит, во! Unforgivable. Незабываемо. Unforgivable. That's about right. Ну все, смотри, мы собрали висельничка ему. Ей. Unforgivable. Ну все. Мы недостающие слова, получается, собрали с тобой. Все правильно, ребят, все правильно. Все у нас с вами собрано, по сути, да? Ладно. Давайте менять батарейки, хули делать. Вот это, кстати, очень обидно. Фу, блядь, ты кто? А почему ты тут стоял, сука, говно, блядь, жирное? Давайте съебемся поскорее оттуда. Чувак, иди нахуй. И чё? Ну и что? Ты открываешься теперь? А, вот. А, вот. Получается, эта дверь открылась. Ну и все, валим нахрен. Давай. Чего? Блять! Ой, бля. Бля, там шкафы открываются. Мама. В пизду. В пизду. Тихо, тихо, тихо. Вот зачем, а? Бля, так он и мой шкаф открывает. Ёбаный его в бошку. Экзит. Давай уходим отсюда, блять. Бля! Ой-ой-ой, бля! Да ёб ж твою мать! Заперто! Открой! Ой, блядь! Это тот скримак из демки! Я забыл, что он на этом моменте! Почему? Нахуя так делать? Фу, блядь. Давайте присядем куда-нибудь, а? Сесть хочу.
Ну наконец-то батарейку дали. Ну по этим людям видно, что они тупые, ебанутые какие-то на голову. Давайте присядем. В смысле взаимодействовать. И чё? И чё это даст? И смысл? Чё мне, блядь, в потолок залезть, что ли? Как? Ебанутый. А-а-а, сюда. Блядь, там какая-то тень появилась, ребята. Этот скримах ёбаный, он... Я о нем совсем забыл, да. Я помнил, что он с какими-то шкафами там будет, но, блядь, чтобы так быстро, так сразу... Нет, я не хотел этого. Вообще не смешно, ребята. Как все тут деликатно, как все, блядь... Да нет. Он может отсюда допрыгнуть? Или не может? А, еще чуть-чуть. Во, теперь ты ровно стоишь, да? И теперь можно. Отлично. Фух, пиздец, ребят, там. Фак, фак. Just хуй. Поехали, ребята, отсюда поскорее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты понял? Что это? Быстрее вали. Встань уже наконец. Ху, блять. Ну прошло сохранение, ребят. Я, видимо, приближаюсь к этим шахтам. Так, а куда идти-то? А, ага, понял. Я понял. Тихо. Чё это за крики? Чё это за оры? Тихо. Ебать, кто там орёт? Хух. Так, вон они, шахты, ребята. Я так понял, у нас с вами два пути, да? И батареечка. И записочка. Давайте, ребят, на этом закончим. Это потому что называется... О боже, это не так далеко. Это не так плохо. Давайте на этом перепутье мы закончим. У нас есть два пути, мы оба исследуем в следующей серии. Все, сегодня была серия просто пиздец. Поэтому давайте закончим и продолжим в следующей серии. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям обязательно. Все, всем пока.